Орденом дружбы народов удостоили руководителя Учелинского горно-обогатительного комбината Закарию Гибадуллина. В колонном зале Минсельхоза прошло награждение государственными наградами передовиков республики. Награды вручил глава региона Ради Хабиров в канун Дня народного единства. По его словам, сейчас Башкортостан напоминает одну большую строительную площадку. Рекордными темпами возводится жилье, школы, детсады, больницы и спортцентры. Масштабные работы ведутся к 450-летию нашей столицы. По словам руководителя региона, все, кто задействован в этой работе, а также те, кто ежедневно демонстрирует трудовые подвиги, достойны почета. В числе награжденных политики, юристы, врачи, учителя, производственники, в том числе те, кто помогал в восстановлении города Красный Луч в Луганской Народной Республике. Мы выезжали к нашим бойцам в их расположение части для оказания их помощи. У нас была большая бригада. Это не только моя заслуга, это награда всей команды, с которой мы работали. Было очень, как вам сказать, мы чувствовали себя нужными, мы чувствовали, что им нужна наша поддержка. Провели, правда, большую работу. Орденом Салавата Юлаева также были удостоены артист башкирского театра драмы Раус Загитов, ведущий мастер сцены театра оперы и балета Раиль Кучуков и председатель комитета Госсобрания Айбулат Хажин.